Ребят, всем привет из Севастополя, день ВМФ. Видосик, зацените. Короче, патруль перехватил банан. Качество видео, конечно, желает лучшего, но какое есть? С тряской, без стабилизации. Ребят, это коротенький трейлер к видео. Воу. Не знаю, короче, тут что-то все люди стоят, я так понял, надо прорваться, посмотреть. Сейчас мы найдем самую высокую точку, откуда можно посмотреть день ВМФ в Севастополе. Короче, ребят, вон там вышка есть, чуваки сидят. В общем, нам подсказали, что можно туда залезть через закрытые какие-то ворота. Поэтому мы сейчас, короче, залезем туда. И будем смотреть на корабли проплывающие. Отпинут, наверное. Короче, вон горка, народ куражит. В общем, надо каким-то образом залезть на горку. Слышь, кабан тут мог граффити нарисовать. Кто тоже за него фиганул граффити. Ладно, а до этой кураги все, вот это последняя стадия такого, ну, масштаба. Будет также второй выпуск с нормальным качеством видео, но с других ракурсов, попозже, может через сутки, может меньше. Поэтому следите, обязательно выйдет вторая часть, с хорошим качеством, ребят. Здесь, мне кажется, еще ночью офигенно, да? Ну, сидишь ночью, да, атмосферно светится. Ну, просто слазить, конечно. Да, вечером да. Залез, с утра следует. Что там все радует? Да вон рукой типа за нижнюю арку, вот, да, а потом за верхнюю. Засниму паркур. Мастер-класс. Кабан, вот так мы и залазили. Ближайшая, блядь, да. Только в сторону открытого моря. Ну вот куда мол смотрит, вот где мол. Да, тебе налево, если смотреть к морю. Но уже начало, блядь, я даже не знаю, ты пока залезешь, что пропустишь. Ага. Короче, патруль перехватил банан. Снимаем видос. Чувак с бананом решил под шумок проехать мимо бухты и не успел. Его засекли. Она бесшумная, вот которая стоит, она бесшумная, да, когда не заведена его двойного корпуса, а, и холод, и электродвигатель. Мы вчера посмотрели. Нифига они быстро передвигаются, да? Ну, так-то да. На таком бы обратно домой вернуться. Ой, вертушки на бреющем.
Не знаю, непонятно, что это. Чувак сидит в кабине. Кажется, я глох. Сейчас публики делают, и пока не надеюсь. А
портал, чувак, там как бы публика, это все-таки парад, не военное действие. Бочком давай. Да, не бочком давай. Как то у иного, но не хэт. Спускаюсь. Ты уже спустился? Нет, но я спустился чуть-чуть. Мне еще надо как-то дальше спуститься. Я тебя вижу. Подожди, Жека, там есть какой-то спуск. Там лестница есть, да, как-то оттуда спускаются. Так, залазили отсюда. Сейчас я засниму видос просто. Ё-моё. Короче, вот залазили отсюда. Трешняк Пати. Бля, Олег, я не знаю. Если честно, весело вообще. Кабан бы кайфанул тут. Ладно, ну слазить отсюда, конечно, трэшево. На самом деле. Может, там как-то можно по ступенькам реально слезть. Чего, где тут легче спускаться? Тут нифига не легче. Я вообще там спущусь. Сказали, тут легче, нихера не легче. Не, если бы у меня нога нормальная была, я бы прыгнул. Но так, блин. Мне проще там. А потом еще вот так надо будет спускаться. Слушай, короче, тут... Тут прикольная двойная зона. Сначала здесь надо перепрыгнуть, а потом там. Придется, блин, по трэшевому пути пойти. Не, нифига, там по лестнице что-то не вариант спуститься. Я не знаю, как там по лестнице спускаются. Там прыгать надо. Но я со своим пальцем, если в кроссовках, не, в шлепках жестко. Если еще чувак в кроссовках, можно попробовать. В шлепках, я думаю, ну, в принципе. Вот отсюда, короче, спускались. Давай, чувак, спускайся, я быстренько засниму. Короче, вот так вот слазит здесь. Все, заснял. Короче, все, Олег, давай здесь спускаемся. Где осталось? Давай. Сейчас надо... Это был какой? Второй уровень, сейчас третий будет. Вон, чуваки нормально спускаются, кайфуют. Жека ковает бананчики. Короче, вот, это последний уровень. Тут надо вот типа вот так вот слазить. Влазили... А, также, ну, вот, за штыки, короче, вот эти металлические хватались и, ну, залазили. Если кто-то не может, то его подсаживали. Не, мы тебя... Давай. Короче, ладно, объясню. А залазили, грубо говоря, так же. По штыкам, подтягиваешься туда, потом следующий уровень. Либо там второй есть вариант. Все, в принципе. Я заснял на видосике. Так, Жекин планш. Слышь, там цветок. Кто-то погиб, походу, тут. Ну, походу, да, блядь. Да, тут мужик, парень молодой упал. Да? Да. Ну, жестко. Ну, он туда вниз упал. Он, наверное, бля, оттуда упал. Да, я тебе говорю, потому что ты видел, как трое пацанов спускалось? Просто на руками, блядь. Короче, кабан, вот такая вот постройка. Жалко, что тебя с нами нет. Но мы тебе засняли видос, так что ты увидишь. Всю движуху. Блин, кабану бы тут понравилось, я тебе отвечаю. Реально. Ё-моё, смотри, граффити какое. Сейчас, Жека, я хочу наверх зайти. Кабан, короче, блин, ты бы тут граффити оставил. Знаешь что? Подожди, кабан. Короче, я, наверное, за тебя тут. Ты баллончики свои давай, Жека. Ты баллончики тут, кабан, оставил. Мы сегодня нарисуем тут, короче, граффити. Напишем клан МД, так что быть, может и МП напишем. Посмотрим. Кабан, я тебе говорю, Олег как будто с тобой разговаривает, хотя видео еще даже не.
Кабан, мы за тебя напишем, короче. Эко, Дью, Айджикс, там все, короче. Си-Джей, Марсель, Китайоза. Короче, всем видос сделаем. Не, нихера, Марсель не Китайоза. Он просто Марсель. Ну, Жека говорит, что он китайский чувак. Слышь, подожди, Жека, пока светло, надо заснять. Нифига тут, что за движ какой-то адский. Ё-моё, Жека, ты не понял, тут реально круто снимать какие-то ролики или типа... Офигеть, мне кажется, тут ночью пи***. По-любому, стопудово. Я даже очкую тут ходить, ладно. Стопудняк тут трэш лютый. Ребят, будет также второе видео с нормальным качеством. Через часов 20. Жека, ты где?